T-Rump, спасибо большое за донат. 20 rock and metal riffs in anime. Ну, как говорится, аниме на Ави, мать в канаве. Давай даже в наушниках послушаем, вдруг там какие-то рифы будут охуевшие. Блять, или наоборот, подождите, я что-то запутался. Без задержки нужно. Или с задержкой. Я не могу оценить, потому что я не так много аниме смотрел, но вот One Punch Man я смотрел, кстати, по-моему. Но не могу вспомнить эти рифы. Я, кстати, не досмотрел стопудово, так смотрел просто. Я смотрел, типа, Detroit Metal City целиком. Просто пару видел там каких-то серий Тетради Смерти. Еще мне что-то подписчики донатили, типа, глянь, там, про где девка в дракона превращается. Наруто мало, ну, в детстве. Этот аватар смотрел целиком, типа, легенда об Аанге. Все, не все? Просто небольшая реклама и дальше. Бля, подземные и надземные, типа, хуёвые, потому что бабкам неудобно. Я перехожу одновременно, смотрю в обе стороны. Даже одностороннего не перехожу. Россия всё-таки. Ну да, по факту. Японцы никогда не попадают в бочку. Напился буэра, пришел в клуб, познакомился с чиксой. Сказала, что руки трясутся, типа фонарика не дала. Обидно было, что... Бля, это не буэр виноват, это она просто... Это она просто придумала, как тебя отшить. Хотела бы дать, дала бы с трясущим. Наоборот, руки трясутся, удобно. Ты как бы заснул в пизду, как вибратор. О, вот это я знаю. Я очень люблю Максимум The Horman, кстати, группу. Ну хорошо сыграно все, заебись. Ну хотя тут, в принципе, что тут играть, но... Типа, вся инструменталка, все прям... А, нету. Ладно. Максимум The Horman — охуенная группа. Максимум The Horman. Музыка.
Блин, как будто куча одно и то же какое-то слушаю. Ту-ту-та, ту-ту-та, ту-ту-та. Любимый барабанный ритм японских роцкеров. Это как будто мемный какой-то трек вот этот. Блин. Переходит цокол дорогу, смотрит направо, никого, смотрит налево, никого, смотрит прямо через дорогу, стоит Мистер Краули и пьет каменный пуэр. Слушай, то, что он пьет каменный пуэр, это не страшно. Самое страшное, что при этом у него был каменный. Облапалось всего перед тем, как отшить. Сука. Облом тогда получается. Бля, вот этот трек я не помню. А, это из фильма, не из аниме. Там не было такого трека. Нет, там было Сацугей, Сацугей, Сео. Там где птицы спорят с неба, каменный пуэр. Ебать. Я адский террорист из ада. Детройт Метал Сити. Бля, Детройт Метал Сити пиздатая анимеха. Разочек посмотреть точно стоит. Не фильм, главное, а фильм я не помню. Там, может, не помню, хуйня или не хуйня, но... Вот фильм... Ну, короче, анимеху надо посмотреть прям пиздатая. Занятно. Так, ну, спасибо за донат. Как говорится, аригато гозаймас.